Крупную казахстанскую компанию продали частнику по заниженной стоимости. Этот вопрос рассмотрели на заседании комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра. Несколькими годами ранее в частную собственность была продана крупная компания, работающая в нефтегазовой отрасли, указывается в сообщении пресс-службы правительства. Проверка показала, что этот актив реализован по заниженной оценочной стоимости. Алихан Смаилов поручил проверить, законна ли продажа объекта частному лицу. Название компании не уточняется.